Катериной мы работаем уже не первый год. Поражает эта необычная девушка тем, что она действительно необычная, она действительно, наверное, такая у нас в городе одна. Когда мы узнали, что Катя знает 13 языков, причем практически все она выучила сама, как бы не на курсах нигде, а именно вот как самоучка, и сейчас она преподает эти языки. Плюс ко всему, Катерина занимается в Ейском народном театре оперетты, занимается в шоу-балете «Авангард», сама преподает восточные танцы, преподает индийское классическое фламенко. Ну, думаю, столько достоинств, как у нашей Катюши, больше в городе нет, поэтому мы будем болеть за нее. Катюш, тебе удачи, мы с тобой. Наша Катя лучше всех! Катя ждет всегда успех!